В лицее номер 13 имени Расула Гамзатова в городе Каспийске на базе детского технопарка «Кванториум» стартовал цикл мероприятий, где ведущие специалисты будут рассказывать ребятам, как достичь успеха в реализации своих проектов. Начиная с сегодняшнего дня, у нас будут проходить интересные и полезные мероприятия согласно разработанной нами программе специально на каникулярное время, чтобы помочь школьникам нашего города в реализации своих проектов. Для этого мы пригласили лучших специалистов в области проектной деятельности, личностного роста и бизнеса, которые поделятся своим опытом в реализации собственных проектов. Мы выражаем огромную благодарность нашим гостям-спикерам, которые оказывают поддержку в реализации нашего проекта. Сегодняшним спикером встречи выступил тренер личностного роста Вагиф Бубаханов. Он рассказал ребятам о некоторых принципах успеха в жизни, трудностях, с которыми можно столкнуться, а также привел примеры. Обучились 11 лет, потом пошли в институт, 5 лет обучились туда, куда вас направили родители, то есть вы особо не хотите туда идти, или же хотите, или не знаете, как многие говорят. И в итоге вам 23 года, и вы начали работать. 5 лет. Институт, 11 лет, школа, вы уже взрослые люди и пошли работать. И через 2-3 года вы понимаете, что это не ваше. И что происходит? Вам 23 года, а скорее всего вы проживете каждые 50-60 лет, а может и больше. Остальные 30-40 лет вы будете идти на ту работу, которая вам не нравится, возможно. Если при одном условии, вы сейчас... Именно здесь, сейчас, не задайте себе один вопрос. Кем я хочу стать и кем я готов или готова работать всю жизнь? Завтра ребят ждет встреча со специалистом по проектной деятельности Рустамом Гусейновым, который расскажет им, как реализовать свою идею. Отметим, что по словам руководства «Кванториума», такие встречи планируется проводить на постоянной основе.